выслушал приговор жителя Новороссийска. Краснодарский краевой суд признал его виновным в убийстве двух знакомых. В ночь с 19 на 20 марта 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый расправился со своими оппонентами. В судебном заседании он вину не признал, заявив, что оборонялся, так как потерпевшие начали нападать на него из-за возникших разногласий по поводу начавшейся специальной военной операции. Однако слова подсудимого суд не убедили. Его вина подтверждена совокупностью исследованных по делу доказательств. Мужчина признан виновным. 13 лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.